Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий, снимаю свой сюжет в Ильинском районе. Сегодня хочу подвести итог содержания наших хрюшек породы венгерской мангалицы. Мы их уже содержим, получается, год и 3 месяца. Вот за этот год и 3 месяца хочу с вами поделиться своими результатами. Ну, что я хочу сказать. У нас хрюньки 3, получается, у нас. Девочки такие неплохие. Одна девочка маленькая. Хряк тоже такой хорошенький у нас. Черныш. Да, черныш? А, черныш? Черныш, а? Грязный. Ой, какие клыки растут. Покажи клыки-то. Клыки-то покажи. Чё ты завалился, а? Крюшкин. А, Крюшкин, покажи клыки. А, покажи клыки. Чернышевский. Черныш. Ладно, хитники. Вот, ну, что я хочу сказать. У нас хряк не родственный. Вот он у нас. Как бы такой большой. И 3 свиноматки тоже таких больших. Ну, нормально. Крепеньких. Не знаю, килограмм по 100-то будут. 100, может, 10 даже. Я их не мерил. Надо будет как-нибудь заняться этим вопросом, померить их. Вот у нас маленькая девочка. Вот эта вот. Которую я в зиму оставлять не хочу. Вот оставлю 3 девок. А вот эту вот девку и вот эту вот кастрата, к которому сейчас черныш пристает. Наверное, ну, скоро будем делать коптилку, холодное копчение. И вот буду, наверное, на них пробовать наше коптильное изобретение. Тут у меня 2 девахи супоросные. Будем скоро отселять, потому что скоро рожать. Для них мы строим вот такой вот сарайчик. Отселим их сюда. Вот у меня здесь козы. Козочка Снежка гуляет и барашки. Вот этого барашку я привез. Барашка зовут Яшка. Да, Яшка? А, Яшка. Яшка. Яшка, барашка, да. Это кепа у меня. Кепочка. Тоже барашка. Барашки у меня тоже также не родственные овцам. Вот. Оплодотворю сначала одним бараном 2 раза. А потом вот Яшкой. Кепа у меня пока гоняет их. Кепа гоняет Яшу. Вот. Он чуть-чуть постарше. Где-то на месяц. В общем, так, отвлекся от темы поросят. Ну, скажем так, меня немножко, видимо, обманули, что ли. Видимо, попались немножко родственные поросята. Ну вот, говорю, у меня три девочки таких неплохих осталось, которых я оставлю в зиму. Одна, кстати, родила. Родила 2 поросят. Я уже выкладывал это в видео. Но одного задавила собака. Получается, мы его сразу же съели. Как она его задавила. Что-то не вижу. Она где-то гуляет. Хрюнька с ребенком. Сейчас, может быть, ее найду. Может быть, она у себя. Сейчас зайдем, посмотрим. В общем, в принципе, порода я доволен. Порода неплохая. Зимой прожили вот в таких вот сарайчиках. Они не теплые. Просто дощатые. Здесь у нас еще сильный ветер, так что они выжили у нас. Выжили нормально все. Все хорошо. Вот, но... Сейчас посмотрю, здесь она или нет. Да, здесь маманька с ребенком. Вот эта девочка продается. Продаю ее за 7 тысяч. Так что, если есть желающие... Пишите, созвонимся. Как-нибудь, может, договоримся ее отвезти
Если надо будет ветеринарные документы, все это сделаем. Ветеринары у нас ездят, прививки ставят. Так что вот так. Вот, ну, в общем, порода неплохая. Но говорю, что нужно, как и везде, есть имбридинг, родственные связи. Вот, видимо, может быть, конечно, и не родственные, но там вроде мужик тоже менял. Ну, как бы, чуть-чуть они немножко, какие-то нормальные, большие, а какие-то поменьше. Не знаю почему. Вот, троих девочек оставлю всяко. Девки родят еще. Еще будут поросята на продажу. И все, и в зиму я их случать не буду. Буду хряка держать отдельно до следующего года. В следующем году весной, где-нибудь в феврале, сделаем случку, чтобы где-то к маю, к апрелю были поросята на продажу. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите всякие гадости. Пока.